Итак, друзья, да, теперь у меня на канале еще появляется BMW. Это E46. Это хозяин. Привет. Андрей. Расскажи, что за мотор? Знаешь, что ты делал свап? Мотор практически самый мощный в этой модели. Это M54B30. 270 лошадей, если не ошибаюсь. Сейчас уезжаем на Евро 0. Потому что смысла в нашей стране Евро 5, Евро 6 держать нет. Старые катализаторы тоже большого смысла не принесут к этому мотору. А надежности это добавит. За счет этого будем делать выхлоп, чтобы он стал качественным и, соответственно, не душил наш мотор. Так, еще я знаю, что ты ее только, в принципе, позавчера забрал с покраски. Да, забрал с покраски, вот приехал за 1000 километров сюда, чтобы сделать это все дело. Качественного, хорошего сварщика большая проблема найти. Даже учитывая, что 1000 километров надо проехать ради этого, оно того стоит. Так, и вот нам еще привезли вот такие вот компоненты. Коллектора, 2 резонатора, 2 насадки, пайпы, отводы, термоизоляция. И надо было тебе карбоновые сделать. А, это тоже реплика получается. Да, слушай, даже стеклопластик. Понял. Вот. И сейчас это все будем до кучи мы сращивать и ставить на нашу E46. Так, ну что ж, внешку, в принципе, я вам ее показал. Капот, кстати, тоже стекловолокно. Довольно-таки так прикольно работа на самом деле. Ну а что, поползли под этот, под дно. Так, Андрюх, ну поскольку мы уже с тобой в подвале, то должны мы тебе сегодня забабахать. Ну, смотри, в первую очередь ставим коллектора новые. Ага. Почему? Потому что вырезать катализаторы долго, нудно, неинтересно, а коллектора будут из нержавейки, уже трасса будет полуготовая. И будем менять заднюю часть. Соответственно, двойная труба после второй банки. Приваримся сюда через соединители и разведем ее на две стороны, чтобы был красивый двойной выхлоп. То есть ты хочешь, получается, центр оставить пока стандартным, а заднюю часть сварить из нержавеющей легкой трубки? Да, центр оставляем стандартным. Почему? Потому что проблемы с изготовлением. Такие вещи сразу же не находятся, а на изготовление время нужно. То есть наша трасса целая, поэтому, ну, толку пока ее менять нету. Банально не делаем, потому что ты не нашел компонентов. По факту, проще, да. Но на деле вот сейчас смотрим на трассу, она, в принципе, целая. Большого смысла менять нет, просто со временем поменяем как по потребности. Вот так. Поэтому делаем сегодня быстро, дешево, но качественно. Нам ее заведут, мы послушаем стандартный звук и послушаем звук потом, после того, как мы это все переварили. Я так понимаю, нам не нужно уйти слишком в громкий звук, правильно? Да, все правильно. Так, ну, со звуком у нас все понятно. Приступаем к работе. Так, ну что, моя, в принципе, первая работа аргоном. Давайте, наверное, так вот преподнесу. Что там, сварщики, аргончики, ну-ка, ваш вердикт. Совсем все плохо или нормально для первого раза, так скажем? Шел 10 час вечера, дня, и могу пока похвастаться только вот этим вот агрегатом, который сварил, в принципе, окончательно. Вот. Ну, а на данный момент у нас пицца, лимонадик и картошка. Вкусно? Вкусно, вкусно. Это вот тот человек, который говорил: я сегодня от тебя уеду. Я говорю: как минимум до завтра. О, не, сегодня. Время. А приехал, то сколько, в час, да? В
8 утра я приехал. А, ну он приехал в 8, а я, поскольку был с ночной смены, да, человечку пришлось меня немножко подождать. Но тем не менее, сейчас быстро перекусим и продолжим работать. Второй день. Наметили полностью одну трассу. Вторую тоже процентов на 80 сделали. Женя ее варит, прям старается. На самом деле очень даже неплохо получается. Женя даже говорить не хочет. Я сосредоточен. Нет, просто я его из старой трубы заставил делать часть выхлопа. Никогда, никогда не делайте из старого, когда есть много нового. Поглядим, что снизу сделали. Переносили банку. Это банка вот здесь. Сместили ее вперед ближе к двигателю. Для чего? Можно было отсюда. Одна трасса пойдет сюда, вторая сюда. Гениальнейшее решение по переносу абсорбера у меня тут было. Евгений тоже очень косо на меня смотрит теперь. Говорит, абсорбер вообще вещь бесполезная. Стоял он здесь. Вот. Нарастили трубки. Провели их рядом с топливными трубками родными. И перенесли на место крепления глушителя, точнее банки глушителя. Почему решили не убирать, по крайней мере я. BMW имеет кучу электроники. И помимо адсорбера, у него есть еще запорный клапан, который также какой-то там подкачкой обладает. И собственно, если просто его отключить и заглушить трубки, то начинается раздувание бака. А баков у нас по сути два. Ну он один, но двухсекционный. Если его раздует, один из насосов не будет работать. Так, друзья, что ж, закончил свою первую банку. А здесь вот получились более ровные швы. Здесь пришлось также напаивать. Повторюсь, именно не ржу варю в первый раз. То есть впервые, в принципе, держу аргон. Как бы здесь вот так вот. И самое страшное, да, это у меня, к сожалению, с насадкой. Вот такая вот хрень получилась. Но вроде как без шлаковых этих пор, то есть не сифонит. Как бы... Ну, стрёмно показывать, но тем не менее, работа моя, как бы, скрывать мне нечего. Дальше получится сам крепежик, то есть шов с двух сторон. Как бы вот и пошло-поехало, то есть. То есть идеально вот, вот такого вот шва добиться. Ну ничего, в принципе, это первая работа аргоном, поэтому надеюсь, все-таки со временем научусь. Сейчас поставим вот эту часть. И там уже стоит вторая часть. И будем заводить, слушать, что у нас со звуком и как это выглядит со стороны. Так, друзья, что ж, спустя 2 часа мы поставили всю выхлопную систему. С левой частью, с вот этой вот, пришлось еще раз ее доработать. Ну а теперь в итоге, что мы сделали за 2,5 дня. Это с учетом того, что я аргоном варю, в принципе, в первый раз. Стандартная банка была перенесена из вот этой вот части назад. Здесь вот видно. Были сделаны флянцы, отводы. На левую часть труба пошла с банкой. И также на правой стороне через соединительный флянец, прямая труба. Здесь вот у нас аккуратно спряталась баночка. Также абсорбер перенесли вот сюда вот, через трубочки. Теперь он здесь у нас аккуратненько спрятан, как на заводском месте. Вот здесь аккуратно расположилась, как я еще раз сказал, баночка. Также хоп и на насадку. Вот так вот это вышло. Оп. Так, ну теперь самый интересный момент истины. Нужно послушать, как она у нас получилась. Заводи. Так, ну в принципе что, добавился легкий бубнеж. Как бы незначительный. Да, давай.
становится. Тебе самому как? Сейчас проедемся, узнаем. Ну что ж, парню я желаю счастливой дороги, вот, а мы с вами прощаемся до новых встреч, ставим лайки, подписываемся, классим колокольчик, чтобы не пропустить новую серию, а мы поехали домой, потому что время у нас, друзья. Да, вот так вот иногда работаем. Все, пока-пока.